in my face. Balls 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 in my face. I was walking down the street one day, and this beautiful girl came and put her balls in my face. I was watering my plants one day, and I noticed one of the tomatoes had the balls in my face. 6:30 a.m., about to go out and hit the gym. I went to the grocery store to get some balls in my face. I'm trying to be a good citizen, so I pick up all the trash on the road so I can balls in my face. Trying to go to school so I can work hard and get a diploma. Balls in my face. Been trying to improve my life, healthy lifestyles going. Balls in my face. I've been taking dance lessons, I think I'm getting really good. Balls in my face. We need to stop the war in Syria. Balls in my face. Can I please talk about something? Balls in my face. Without getting balls in my face. 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 Yo. Yo. Balls in my face. Balls. 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 Balls in my face. Здравствуйте, Кауфа. Здравствуйте. Я даже не знаю, откуда эта песня, так что не спрашивайте. Окей. Первым делом я опять разлогинюсь с Твича и поменяю то, что мы играем не Flow, а Sabine Weizak Rebirth. Потому что я опять забыл это сделать, и надо было сделать это, пока что музыка играла. Ну да ладно. Если что, я не могу читать чат. Окей. Какой у нас сегодня... О, сегодня вторник, окей. Хотя пофиг. Сейчас каникулы. Дурацкое слово, когда в универе учишься, странно говорить «каникулы». Звучит так, что ты все еще в школе. Слово «каникулы» какое-то школьное. Не то чтобы что-то не так с вами, если вы в школе учитесь, как бы. Просто... каникулы. Эх, я что, школьник? Эх. Так. Где Ойск? А, играет в... Приз. Сабайн Вайзак Роберт. Ну-ка. Если что, я могу сейчас читать чат. Уже. Дан. Даниан Ринкс. Плиз. Вот. Я даже не думаю, что сегодня вообще сколько-то народу будет. Вторник.
Хотя вроде у школьников должны быть каникулы, верно? Я думаю, у всех должны быть каникулы. Ну, кроме тех, которые работают. Беда. Флоу, не знаю, по идее, да. Все зависит от настроения как-то. Может быть. Извиняюсь. Окей. Ойзек. Balls in my face. О, плиз. Окей, оно того стоило. В смысле, получить урон от бомбы. Стоило того. Нет. Да. Окей. Совсем другое дело. Хорошо, что я не взял Robo Baby 2.0. Why not? Да. Да, вполне. Знаете, я использую одну бомбу, почему нет? А вот это, хотя... я не вылечился, потому что мне еще этот... я не подумал о ядовитом облаке, точно. Как бы я вылечился, но тут же урон получил. Вроде как одновременно даже. Па-па-па-па-па-па-па-па. Balls in my face. Что, пацаны, как у вас вообще дела? Наслаждайтесь своими каникулами, школьники. Я тоже наслаждаюсь. А, фак, хоть я не школьник. Просто сегодня день того, что я буду говорить, что я не школьник. Не знаю почему. Знаете что? Фак ю, фак ю, фак ю, пофиг. Не знаю, я почему-то жутко теперь хочу бомбами пользоваться. Хотя их надо сохранять. Не то чтобы они... Не то чтобы у нас было пайро, а не пайроменик. Точнее, не то чтобы у нас был пайроменик, а не пайро. Все перепутал. Нос, плиз. Только не вздумай здесь умереть. О, боже ты мой. Это было бы очень стыдно. Я давно в Айзека не играл, знаете что? О, окей. Мне пофиг, я лечусь. Вау, я плох. Литл Стивен. Я могу пойти в магазин, я хочу синее сердечко купить. А, я лучше потрачу бомбу. Потому что теперь это снова работает. Баг пофиксили. Оставлю его здесь. Лечиться не буду, мне пофиг. Еп. Молодец. Взял и поднял совершенно другую вещь. Не знаю, я смотрю что-то синее. Пофиг, я все равно взорву это и куплю, что нужно. Спал целый день. Ну, повезло. Ну, я, правда, тоже, в общем-то, на... Я знаю, что есть такой сид. Я знаю, как он работает, чувак. Не знаю, зачем ты мне это говоришь. Я просто хочу мамские. Мамские говорили раньше, типа, больше сундуков. На самом деле, это больше дропов из сундуков. То бишь, сундуки фактически лучше становятся. Так. Окей, я пожую яблоко, извиняюсь. Надо начинать первый этаж с пайроменика. Гуд. Я бы лучше рерольнул, посмотрим. Просто три синих сердечка, это, конечно, хорошо, но потом постоянная Библия. Да и вообще, этот предмет можно реролить, всё. Так себе. Сам по себе. Один трог. Серьезно, я немножко разучился, я пару дней в Айзека не играл, или сколько там. Я бы предпочел Small Rock, ну ладно. Обычно я предпочитаю синие сердечки на первых этажах, но учитывая то, что у меня они уже есть, то как бы... И я всегда могу взять этот... короче, три синих сердечка, вы поняли, я просто забыл, как называется предмет.
то я, блин, предпочел бы, конечно, Snow Rock, если этого. Кому как? А, я, в общем-то, возьму. Посмотрим. Монстра. О, Динкл, окей. Я так понимаю, мы на этом этаже мы идем в магазин, верно? Эх. Если там, конечно, не Counterfeit Penny. Хотя тоже есть шанс, конечно. Динкл очень легкий босс все-таки. Хотя за лоста все равно страшно, потому что один урон ты можешь против него получить. Главное уворачиваться примерно по горизонтали, и все будет окей. Просто тогда он не будет отскакивать от стен, как поехавший. О, Jizzer Juice, Damage Up, Range Up. Ну, видите, Counterfeit Penny, what the fuck. Ну ладно. Плохо. Окей, значит, реролим. Я все еще не могу вспомнить, как это перфект называется. Роузери. Роузери. Да, вроде Роузери называется. А, what the fuck? Я не знаю, что еще будет. Но по идее, как обычно, наверное, флоу. Не знаю, посмотрим. Откуда здесь столько синих сердечек? Роузери, да. Подожди, я не знаю, меня из головы вылетело. Кстати, почему-то именно Роузери вылетает из головы постоянно. Не знаю, по какой причине. Просто что-то с этим предметом что-то не так. Окей. А, вот и Small Rock. Один damage up. И не более. Почему я в статичные вещи вбегаю? Блин, какая классная комбинация. Фак. Я хочу больше денег. Я хочу больше денег. Двух бомб мне не хватит. Вот что. Я хочу и то, и другое. Фак. Это прям ломательный забег. Плиз. Могу, конечно, поискать секретную комнату. Что лучше взять? Nance Habit или... Что, часть вторая, часть третья? Не понимаю, о чем ты. Сегодня флоу не было, если ты об этом. Наверное, все-таки Sharp Plug. А в то же время я хочу и то, и другое. Okay. Sharp Plug просто... Блин. А, да, чуть не забыл про бомб. А, точно, точно. Да, извиняюсь, туплю. Я просто почему зашел в магазин? Для того, чтобы этот... как называется? Батарейку купить. Вот. А потом вообще забыл, что у меня как бы там 5 бомб вообще-то есть. Окей, значит, этот забег будет ломательным. Что стримы? Я не понимаю. Поражайся, пожалуйста, по-русски. Я тебя совершенно не понимаю. А, кстати, Counterfeit Penny, да. Знаете... Пофиг, я и сердечко себе куплю. Я забыл, что у нас есть Counterfeit Penny. Окей. Прости, донат машину, но как бы пофиг. Мне кажется, я знаю, где должна быть секретная комната. Да. Он здесь. Вау! Окей. Как скажешь, игра. Я был реально уверен. Ну ладно. Окей, Sharp Plug, Nance Habit. Сами понимаете. Хотя... Я так подумал, это не самая офигенная комбинация. Видите, из сундука сколько всего выпало. Это мамски. Это не самая лучшая комбинация. Просто если мы получим урон, у нас подзарядится предмет. И это будет запарно для шарплага, потому что шарплаг заряжается только когда он пустой. Вот. Так что посмотрим. Nance Habit, в общем-то, можно было и не брать, когда у тебя есть Mom's Plug. Ну, посмотрим, может пригодится. Happy Stale я буду брать. Потому что, учитывая то, что у нас сундуки будут теперь больше дропать всяких вещей, то это полезно. Так. После последнего стрима Flow ты не играл. Чего? На канале лежит первая часть того стрима, в котором я был.
Что раз. Да. Есть там дальше, не волнуйся. Надо было, блин, подождать с Керсрумом, потому что теперь у нас DCX уже заряжен, да? О, молодец. Вау, я просто сегодня гений. Вау. Так, надо сосредоточиться. Окей. Ощущение, что они стреляют как-то по-другому стали, what the fuck. Без предупреждения. Мамс парфюм. Мамс спагетти. It's okay. Испалм за свери. Мамс спагетти. Фэннипэк. Фэннипэк — это хорошо. Поэтому я возьму фэннипэк. О нет, бомба! А? Я так просто... Да, это стоит того, потому что, как я уже сказал, сундуки теперь больше стоят. Ну, в смысле, там, теперь просто больше вещей выпадать будет. Сами видите, 4 бомбы обычно из сундука не выпадает. Из серого. Опа, халявный ключ. Я почти не хочу за ним бежать, но, блин, Гаппи стейл. О, what the fuck, Гаппи стейл все-таки. Фоллен. Ну, значит, у нас будет предмет сделки сделан. В любом случае. А, молодец. Я не знаю, я просто не люблю эффект фир на боссах, потому что боссы обычно предсказуемые. А когда на них этот эффект, молодец, когда на них этот эффект, они перестают быть предсказуемыми. Не проблема. Гим, what the fuck? Ну, издеваешься, что ли? Приз. Приз. Ты со своими сделками с ангелами. No. Фэнни Пэк помогает. Бойся меня, пожалуйста. Хотя я не думаю, что это на ангел работает. Точнее, эффект-то применяется, но он от нас не будет убегать. О, плиз. Я надеюсь на сердечко. Еще немножко хрип. Неужели у нас вообще ни хрена урона нет? Ну, я понимаю, у нас был только Small Rock. О, и Jesus Juice, но... Фак. Меня сейчас уничтожают просто. О, боже. Спасибо, Гимпи. Твою мать. Я разучился играть за эти дни. Вау. А это было плохо. А, Holy Mantle is okay. Я не буду реролить до Godhead'а. Так. Что вообще на этом этаже еще можно найти? В магазине мы были. Я не против этот синий сердечек купить. Но можно проверить. Та-та-та. О, фак, да что ж так не везет-то, а? Черт побери. Супер Энви. Фак ю. Ига. Чего я не хотел видеть на этом этаже, так это Супер Энви. Да обычненько нудный я, уж Супер Энви. Потому что очень нудная битва и никакого босса рашена. Caves One 13 минут. Просто теперь, что я хочу найти, это Blankard. Blankard, Yera, что еще?
все, наверное. И желательно еще этот. Мастер фон Локинг. Риера? Нет, это Пертра. Пертра — это рерол. Хочу ли я использовать этот рерол? Мы еще не знаем, получим ли мы blank card, поэтому... Да. Common cold is okay. Common cold. Просто ядовитые слезы. И все. Как, примерно как этот Скорпио, только по-другому не чуть-чуть работает. Просто Скорпио каждая слеза, по идее, ядовитая. На обычных врагах. Только делают не очень много дамага, насколько я понимаю. Common cold... Эти ядовитые слезы не так часто, но... Как бы... Они лучше, они мощнее. Как-то так, насколько я помню. А еще у нас катакомбы. К счастью. И этот дамаг-то неплохой, плюс у нас есть Holy Mantle. Holy Mantle может многие забеги спасти. А так как я сегодня отвратительно играю, Holy Mantle мне очень-очень поможет. Спасибо, Гаппи Стейл. Видите, поэтому, поэтому надо брать мамски всегда. Он всегда... Вернет все эти деньги и вообще что угодно, что ты за него заплатил. Обожаю мамски. Раньше было вообще непонятно, что это мне делает. Не, ну понятное дело, просто это less is now plus tomorrow. Невероятно полезный предмет. Плюс у нас еще counterfeit penny. Стоит ли оно того? Нет. Balls on my face. Окей. Подумаю насчет этого. Ууу, щит, Крикетс Хэт. Магнетик Тирс может быть весело. Нахрен. Вирго нормально. Вирго нормально. Я еще вспомнил, что делает Вирга. Насколько я помню это... Да-да-да, вспомнил. HP up и неуязвимость иногда дает. Если я буду умным, я сделаю вот так. Ничего не вышло. Но я все равно вернул две бомбы, так что все окей. Я бы сейчас не отказался еще от Крикетс Бадди. Конечно, не будет никакой трансформации в Крикета. Грид. Нет, нет. О, окей. Окей. Блин. Пророчество сбывается, понимаете? Прощай, D6. К сожалению. Но я говорю, у нас, блин... Этот, как называется-то? Nance Habit, Sharp Luck, Blank Card. Вы же понимаете, верно? D6 весело, но с этим может быть намного веселее. Намного. Главное нам найти карты нужные. Их мы найдем в Депсе, там черепов полно. Да, ни в какой босс раш мы не идем. О, насколько же крутой предмет мамский, вы посмотрите на это. О, фак. Классный, блин, перевод. Перевести этого... как называется-то, блин? А, сироту, как дитя тьмы. Молодцы. Что эта штука? По-моему, это очевидно. За 4 комнаты можешь использовать карту, которая у тебя есть. Но она не используется. Как бы применяется эффект карты, но сама карта не используется. В магазине случайно карты не было? Нет, вроде не было. Я бы купил ее. Прощай, D6. Прощай, D6. Хотя надо было D6 сюда принести. Ну ладно, хрен с ним. Тем более мы... Я могу купить батарею или рольнуть спидап, потому что спидап не... Хотя, знаете, спидап — это хорошо. Спидап я возьму. Я просто так подумал, блин. Мало ли потом получу Thunder Ties или еще чего. Да, оно того стоит.
Извините, а я в Кёрсрум прошел. Да, на том этаже я был в Кёрсруме, я думаю. Хорошо, что эти придурки не прыгают. Как видите, Common Cold потихоньку помогает. D20, ну. Да, если в сундуке мы D20 потом найдем. Health up, прекрасно. Speed up, прекрасно. Ну как прекрасно? Неплохо. Я уже немножко жалею, что я тот speed up взял, но... Нормально. Видите, Гаппи Стейл, но у нас 9 ключей. Спасибо, этот... Mysterious Paper. Спасибо, Moms... Хотел сказать Moms Knife. Moms Key. Спасибо, мамски. Руну я ищу Ера, который удваивает все в комнате. Ну, под все я имею в виду. Сундуки. Эти. Консюмаблы и так далее. Эмперор. Мне Эмперор больше нравится. HP апгрейд. Возьму. А карты, в общем-то, мне как-то пофиг. Не, конечно, можно получить Хиерофант по пути, чтобы выживать, но мне важнее найти Еру. Так, это не те черепа, которые нам нужны. Ух, щит. Окей. Приз. Ну, мне нафиг не нужно юсать. Ну, серьезно, мне реально пофиг. А то мне потом придется бежать и искать, где я был. Нафиг. Ну, я как бы никаких ключей не потратил, фактически, да, и получил денег кучу. Это... Окей, Depth One. Значит, сразимся с боссом сразу. Я не знаю наше HP, но оно у нас довольно неплохое. Гиш. Гиш — это отличный фамильяр. Литл Гиш, точнее. Вы понимаете. Нам только найти Еру. По идее, было бы еще классно стартер-дек купить, но мы его вроде бы уже пропустили. Просто если бы мы взяли стартер-дек, мы могли бы взять с собой Еру и Пертро, было бы классно. Ура, сделка с дьяволом. Крэмпус. Нет? Окей. Я возьму The Mark для дэмэджапа. Один дэмэджап. И два синих сердечка. Одно синее сердечко. И Rotten Baby. Ну, сами понимаете, мухи — это всегда хорошо. Balls of Steel — прекрасно. А ее визард. Все равно хорошая ротация пилюль, я доволен. Я пройдусь по этажу. Босс раша уже никакого не будет, понятное дело. Мне нужны черепа. Два черепа — это мало, поэтому мне нужно больше. Больше, больше. Хотя ладно. Факет. Действительно. Я не буду использовать зарядку карты, потому что мне на самом пофиг. А вот бомба — это хорошо. Не, цент. Который превратился в 2 цента. О, и мы прямо здесь были. Окей. Вовремя. Айви Визард закончился. О, мне не нравится, у нас слишком высокая скорость. Но у нас этот Холи Ментл, поэтому урона я не получил. Это мне не нужно. Сломанный магнит иногда работает, собственно. Но у меня есть Counterfeit Pain, в общем-то. Пойдет. Какой у нас сейчас дамаг? Хороший. Ну это опять же спасибо Cricket's Head. Потому что это вроде бы в полтора раза увеличивает дамаг. Там он плюс сколько-то и на сколько-то еще. Если я правильно помню. Ну, халявный дарбам это, конечно, без проблем. Па-па-ра-п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 а-
Ну окей. Два черепа. Ну, два черепа это хотя бы, блин, за одну бомбу. Ничего. Я надеюсь, что мы пойдем в Некрополис, что интересно. Потому что в Некрополисе обычно больше черепов. То что-то нам не везет на этом этаже с черепами. Потому что я не хочу, блин, думать вообще о том, что у нас... То, что я DCX оставил, и смысла в этом особо нет. И так и буду ходить с Эмпером. У нас разве был Голдхед? Нет. Я просто смотрю, осталось открытым. Плиз, плиз. О, нет, Депс. В смысле, это хорошо и плохо. Грид? Ну, Грид вообще-то... О чем ты вообще спрашиваешь? Грид, он как бы... Почти в каждом забеге есть. У него там... Естественно. Не очень прямой вопрос, а еще у нас охранительная HP. Тогда взорву с этой стороны, потому что здесь все-таки череп. Если будет HP up, yep. HP up я вряд ли... А, oh, fuck it, возьму. Просто, блин, я хочу побольше места оставить для... Для синих сердечек и черных от Даркбама. Но хрен с ним. Хрен с ним. Сундуки, как я уже говорил, того стоят теперь. Почти всегда. Сами видите. Ключи я вернул. Даже один приобрел. Получается. И куча-куча денег и бомб. Мое вам наставление, как вашего главного сенсея. Сенсея. Всегда покупайте мамски, окей? Так, здесь нормальный черепов, хотя бы по два можем взрывать. Один раз взорву, потом все-таки проверю остальной этаж. Так что, возможно, есть места получше. Кто же сказал, что трава зеленее у соседей в саду? Был неплохой мультфильм, между прочим. Окей, халява. Хорошая ротация пилюль была, реально. А, пофиг, хрен. Ах, даже поднимать это говно не буду. Окей. Проскочил. Тоже сказал, что трава... Как он называл? Как говорит Джинджер, наверное, назывался? О, здесь бы нам этот Hanged Man. Здесь куча черепов. О, фак. Нечестно. Нечестно. Полцарства за Hanged Man. Я не хочу... Хотя... Не-не-не, так нельзя. Окей. Фак. Почему карт нет? Бога бомб возьму. Теперь все бомбы будут двойными. Я не хочу HP апгрейд, мне пофиг. Да, согласен, рисовка там была долбанутая. Мне она не нравилась. How to jump? Если он так сработает. Знаешь что? Ты прав, я бы об этом забыл. Спасибо. Если прокатить, если до туда можно. Там просто черепа, возможно, туда нельзя прыгнуть из-за того, что они как бы мешают. Но сейчас проверим. А. Хотя, знаете, у нас денег уже полно, я лучше возьму Lucky Tour. Не, просто вполне возможно, потому что тут костры, возможно, я смогу перепрыгнуть тут. Нет, не только через камни, что ты несешь. Через эти тоже можно перепрыгивать, только нужно по-определенному встать. Через пропасть он тоже прыгает. Так. Насколько я помню. Видно, нет. Хотя раньше я перепрыгивал, но точно не в такой комнате. А, fuck it.
Я думаю, что я вот такой перепрыгивал. Ноп, 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 окей. Значит, нет. Я не хочу на всю жизнь остаться за Эмпера. Блин, один цент остался. Хотя, так вам пофиг. Странно, потому что я думал, что через пропасть он прыгает. Я вроде припоминаю даже. Бомбы-то подействуют, но мы-то все равно не достанем то, что нам нужно. По идее, подействуют. Я могу его взорвать, но не вижу особо смысла. Фак! Серьезно. Не можешь. Я на костры и не прыгал. Эх, эх, эх. Так, может, что-то в магазине поможет. Ноп. Ну, хрен с ним. Это все-таки не последний этаж, где мы можем карты получить, верно? Мы Еру можем получить где угодно. Просто там получше, блин. Вау, я не должен был от этого увернуться. Окей. Упс. Да и от этого. Айзак. Вау, сколько сердечек. Я хотел по привычке телепортироваться с помощью Эмпера, типа, чтобы сделка с дьяволом появилась. А потом вспомнил, что здесь она и так появляется, если появляется. Окей. У нас есть Holy Mantle. Все немножко получше. Зачем уворачиваться? Потому что привычка. Я знаю, что ее нога как бы не наносит урона, когда здесь парамэник, но я как-то... Старые привычки просто долго умирают. Чё на сердце хочу? Окей, все нормально. Это мне пофиг. Вообще, по логике, нам надо все комнаты желательно изучать. Исследовать. Проходить, как хотите. Потому что нам нужна Ера. Ера. Oh no. Пути. Цент. Давайте сразу убьем босса, что ли. Ох, конквест. Ненавижу вот этот прием дебильный. Спасибо Гишу. Его выстрелы были замедлены. Серьезно? Эх, 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 эх. Нам нужна Ера. Нам обязательно нужна Ера. Черт побери, Шарплак, Нанс Хэббит. Игра, пожалуйста, не издевайся надо мной. Дай Еру. Ох. А, успел. О! Я открою, потому что мне нужна Ера. А почему еще в каждом из них бомба? Ну, потому что это должна быть обычная бомба, и она необычная, вот такая роль бомба. Как бы с ком-то мы спокойно справляемся, это не проблема, но черт побери.
Еще мухи помогают. Гиш помогает. Нормально. Опять показал, что у нас Judas Shadow вместе с нами летает. А это просто Стивен. Литл Стив, точнее. Который задницы повернут. Мне кажется, это один и тот же спрайт. О, фак. Special Snowflake. Please, no. Давай. Фак! Засунь свои бомбы. Ключи, бомбы. Где карты? Где все карты? Ну, под картами я подразумеваю просто... Руны — это такой же дроп, как и карты. Что странно. Целый цент. Второй. Видите, как бы у нас все отлично. Дамаг прекрасный, все хорошо, мы спокойно зачищаем вумб. Но... Fucking hell. Ну, пожалуйста, чап, у которого дохрена HP, без проблем. Который. Дарбам, ну, думаешь, мне нужны твои синие сердечки, нет? Плиз. Щет. Смотрите, сколько консюмаблов. Оп. Холи Мэтл, спасибо. Окей, вторая секретная комната должна быть здесь. Дал бы мне в какой-то веке этот автомат. Да, я вот как раз сейчас это и пытался сделать. О, окей, аркада. Почему это не Fortune Teller? Я не помню, обычный автомат можно карты выдавать? Я реально забыл. Вроде бы нет. О, pretty fine. Bad guess. Потому что вот этот хрен вроде бы не может. Да, не думаю, что он может. Lucky food. Может, окей. Потому что я совершенно забыл. Сейчас доллар даст. Приз. Пожалуйста. О боже. Но! Хватит! Фак. Только пилюли? Фак, потому что я реально не помню. Факет. Зато у нас теперь, блин, много черных сердец, верно? Почему они все синие сердечки дропают? У нас... Майтер, точно. Я все пытаюсь вспомнить. Что же это у нас за предмет такой, который заставляет у нас иметь столько этих синих сердечек? А еще у нас два гапи предмета. Я бы, блин, нахрен эти гапи предметы, дайте мне еру. Пожалуйста. Такая классная комбинация. Шарплак. Да гадхэд-то нам не нужен штангу, к счастью. Нужный лайн, блин, взял и в первом же своем забеге, когда он открыл гадхэд, он получил гадхэд вроде. С одного рерола. Да, босс брейн. Спасибо, не надо. Это босс брейн неплохой предмет, особенно в сочетании с Tier Bombs, или как они там. Но, блин.
Нет, что. У нас с дамагом все хорошо, так что он мне не нужен. Только мешать будет. Да что с тобой не так, игра? Такое ощущение, что этот мамски убирает нахрен карты. Может быть, так и есть. Даже ни карт, ни рун, ничего не было. The fuck? А, у меня точно, у меня же пайроменик есть. Да-да-да, точно. Я забыл, я реально забыл. Из головы совершенно вылетел. Просто мы так давно урон не получали. My bad. Теперь можно вообще об этом не париться. Fuck. Да, мне кажется, что мамски нахрен убирает карты и руны из этой, из ротации. Такое ощущение. Ну, они были, но дроп-то уменьшен, судя по всему. Может быть, я наркоман. Откуда я знаю, когда флоу? Может быть, никогда. Ладно, плевать мне на ту комнату оставшуюся. Не знаю я, когда флоу будет. Может, будет. Может, нет. Чем я знаю? Я в Войзека играю. Тише флоу. Впервые слышу. Давай, я... Фак. 25 центов. У меня 99 центов. Фак, мэтт. Упс. А я еще, оказывается, я не неуязвимый, я уже забыл это ощущение. Обожаю эту битву. Черт. Ера, плиз, Ера. Мне нужна Ера. Ах. Ну вы смотрите на это дерьмо, а? Это уже просто не смешно. Ни карт, ни рун, ничего. Только куча синих сердечек, которые бы нам... Представьте, сколько в сундуке было бы этих синих сердечек, сколько раз мы могли бы пользоваться шарп-плагом и даблить сундуки. Ох. Это было бы шикарно. Блади Пенни. Здесь. Я думаю, Блади Пенни сейчас пол... Fuck it. No. Holy Metal. У нас не сверхъестественный дамаг, но он окей. Death. Ну, Death лучше, чем Emperor, во всяком случае. Ну, вначале-то все будет окей. Потом будут одни завтраки, но вначале-то будет весело. Куча предметов. Буквально сотни. Ну, как сотни? Как бы... Ну, да, сотни, все верно. Не поджигай их, плиз. Steam Sale. Фак. Вау, меткий выстрел. Там значок вейфера был на полу, или мне казалось? Дес, как бы, довольно плохая карта для поздней игры, к сожалению. Потому что в поздней игре одни боссы, мини-боссы, и поэтому урон слишком маленький. Определенно вейфер. Наш самый лучший шанс на Еру был конкретно в Депс. Но не прокатило. Так, я могу от взрывов не уворачиваться. Совсем забыл.
Опять же, мы можем найти, что нужно в это... как называется? У мини-босса, у слота. Вот так он дропает карты, и по идее он может дропать руны. Я уж не помню. 1000 лет в эту игру не играл, верно? The fuck? Please. Я даже не знаю, зачем я это сделал. Потому что бомбы нам важнее, пожалуй, чем это вот все дело. Please. Так приятно не получать урон от Bob's Brain. О, Conquest, привет. Вообще лучше Death, конечно, сохранить на большую комнату. Ненавижу этого босса. Но как-то пофиг. Спасибо Даркбаму и Майку. Давай. Я могу, конечно, поискать. Не спорю. И надо бы. Плиз. Ты даешь мне все, кроме того, что мне нужно. Я, конечно, должен быть, наверное, доволен, но в то же время. Серьезно? Ока. Значит, там слева. Да, вот здесь. Ока. Значит, здесь внизу. Давай, наткнись на Bloodbank. What the fuck? Может быть, это я дурак? Да, привет. Приз. Вау. Ну, блин, это не то. Это не то. Не то. Не то. Не то. Весь этот потенциал этого забега, черт бы побрал. Эх. Я не думаю, что эта штука может давать... Че, доллар? Весь забег, блин, не было почти ни одной карты, блин. Одна руна всего лишь Пертра. Что за невезение? Я имею в виду офигительное везение, то, что мы нашли бланк-карт плюс вот эти вот вещи. Как бы, Nuts Habit, Sharp Plug, но в результате, сами видите, Пертра мы так и не нашли. И, блин, что мы видели? Death и Emperor. Вау. Big fucking deal. Это было тяжело. Ну... Собственно, я не буду открывать эти сундуки. Пока что. Я думаю. Там, конечно, может быть дека карт. Но... Не знаю. Хоть дамаг неплохой. Потому что было бы еще неприятнее страдать по пути. Эх.
Опять же, EpiCac, SharpPlug. Ну, вы понимаете, да? А у нас дурацкий Blank Cards Death вместо Ера. За что? За что? За что? За что? Да. Плевать я хотел на твой урон. Все предметы, все охренительные предметы. Нет, Даркбам, приз. Блин, у нас слишком высокая скорость. Черт бы ее побрал. Теперь мы вообще уничтожаем все. Нет, это снижает дамаг. Спасибо, не надо. О, нет, бомбы. Что я могу поделать? Whatever I can do. Обидно. Такой потенциал. Такой потенциал. Ужас. И все на смарку. Вау! Три этих. Ужас. Только все равно у нас столько дамага, что нам плевать. И как раз, блин, и как назло, не те мини-боссы, которые нужны. Надо секретную комнату поискать. Это может дать мне карту. Ну, это дало мне карту, но мне лаверс не нужны. Раз, два, три, это сколько? Знаете что, я попытаюсь позаряжать. Мы можем бесконечно заряжать Crystal Ball, и может мы получим нужное это. Ну, вы поняли, о чем я. Вот я о чем и говорю. Так. Теперь я могу бесконечно карты, действительно. Но он будет еще давать синие сердечки и так далее, но вообще я карты могу бесконечно сейчас, действительно. Персик Шатс. Хотя, подождите, где я могу себе урон нанести? Потому что это проблема. Фак. Костров нет, фак. Где я могу урон постоянно получать? А, нет, зачем урон получать? У меня же шарпак есть. Окей. И в комнате с говном, точно. Окей, поехали. Шарплагом потом. А, Holy Man, плиз. Holy Mantle, не мешай. О, боже. Проще будет с шарплагом. Щит. Это Пертро, Пертро. Окей. Это уже что-то. Окей? Так, как мне это лучше сделать? Наверное... Приз. А, этот, Holy Mantle. Давай. Окей. Okay.
Temperance. Так, как я могу Еру Temperance использовать? Да никак, мне, в общем-то, пофиг. Если D20, это будет хороша комната для D20. Джокер? 12 Diamonds. О, что я делаю? Все-таки я своего добьюсь. Вполне возможно. Неуязвимость, пожалуйста. Holy Mantle, не мешай. The Lovers. Что время ломать игру, пацаны? What language are you guys speaking? Russian. It's a Russian stream, man. Так. Nope. Top spades. Как раз сундуки открывать. Top diamonds, пофиг. Ах, неуязвимость. Окей, это будет весело. Что лучше? PlayStation 4, конечно же. Xbox не очень. Оп, еще не то. Водка. Я своего добьюсь. Окей. Так, я подниму все это, мне пофиг. Чтобы время не терять. Комрадс! Так. Оп. Оп. Купай Нинтендо. Смотря какую Нинтендо. No. Плиз. У нас есть Пертра, но нам нужна Ера. На Wii U должны хорошие игры сейчас выйти. В ближайшее время. Как ты себя дамажишь? У меня Sharp Plug предмет, который заряжает... который заряжает наш спецвар предмет, когда он полностью опустошен. За два сердечка. Devil... На всякий случай лечусь. No! Fuck! Ох, это надолго. Но, знаете, оно того стоит. Это будет весело. The Sun. Я имею в виду. Пофиг. Bayonetta. Ну, Bayonetta, да. Рис. Но. О. Ах, Агалас. Близко, но не то. Что тебе покупать? PlayStation 4. Потому что Nintendo... Я люблю очень Nintendo, но... Как бы... Это на вкус. Очень на вкус. На хороший вкус. Окей, шут. Черед. Бессмысленно. Translator for the win. Так. А, translator, окей. Flowers. Не-не-не, Dark Bomb. Fuck. Ну ладно, пофиг. Temperance. Nope.
Diamonds опять. Magician, пофиг. Лучше бы я не брал этот Virgo. Оп! Какие игры посоветуете? Скоро Bloodborne выйдет, например. Ты в того же Айзека можешь поиграть. Оп! Battletoads, да, главное Battletoads. Хватит с неуязвимостью, пожалуйста. Justice. На D20 пофиг, если мы потом D20 получим, то это будет, конечно, классно. Оп. Оп. Плиз. О-о-о! Опять Пертро! Фак! Окей, это может быть интересно. Хотя это, в общем-то, HP апгрейд, я не против. Плевать. Эмпресс, пофиг. Так, someday I'm gonna learn Russian. I really like the language. It's pretty hard, man. Even for us, native speakers. Ah, fuck. Ah, это надолго! Слишком много фигни на экране. Я не думал, что это настолько затянется, если честно. Что это за карта? Эмперор. Вау. Посмотрите, сколько карт, и смотрите, сколько, всего-то три руны. Эрмит. Пофиг. Рандомный телепорт в нашем случае. О-о-о-о-о. Опять Пертро! Фак! Why? Окей. Я потом эти Пертро размножу. Возможно. Cart against humanity. Я могу сбрасывать на мелень. Я потом перейду в другую комнату, естественно. Хэнкмен, пофиг. Shadow Mordor? Не знаю, я не фанат, но, наверное, наверняка тебе понравится. Так. Вообще, людям нравится эта игра, не знаю. Я не играл, поэтому... Assassin's Creed, да подобные игры, это не мое. Я имею в виду. Пофиг. Карта Against Humanity заполняет всю комнату дерьмом. Пертро реролит предмет. Опять черед, фак. Ну, ключей у нас теперь хватит для сундуков.
Я так жалею, что я взял этот Вирго. Ансус. Вижен. Это просто открывает полностью карту. Пофиг. Иерофант. Пофиг. Но. Окей, пришло время... Окей, я действительно карты, наверное, буду сбрасывать. Хотя в то же время мне так лень. Я лучше здесь буду. Эмпресс, плевать. Я не думаю, что мы можем вообще умереть. Черед. Ансус. Ансус, он еще показывает... этот секретный... Хотя, подожди. Он вроде ничем не отличается. Я так вспомнил. Я не знаю, если ты любишь Call of Duty, покупай Call of Duty. Я Call of Duty, например, не люблю. Так, секунду. Окей. Да, по идее, Ansus... Ой. Да, по идее, Ansus и World не отличаются. Они оба открывают это... как называется, полностью карту с секретными комнатами. Не-не-не, они оба так показывают вроде бы. The devil. Плевать я хотел. О-о-о. Фак! В этой игре одни Пертро остались или что? Дагас, Пьюрит, дает синее сердечко и очищает от проклятия. Какой смысл именно в этой комнате? Никакого. Просто потом, если D20 будет, это все можно будет реролить. Будет весело. Это весело. А-а-а. Твою мать. Что не так с этой игрой? У нас куча реролов, верно? Нафиг все. Смещу. Рускар. Ну, он просто показывает, типа, чап, дизлайк, смоукс. Всякие, короче, вещи полезные. Фу. Да, я себя сейчас как раз дураком чувствую, верно? О, фак. Все было бы намного быстрее, если бы не дурацкая неуязвимость. Окей, освободил себе немножко путь. Вау, красное сердечко, what the fuck? Неожиданно. Hangman, The Fool. The World. Не, Deck of Cards реально будет. О, я чуть себя не убил. Лис. Of Spades. Strength. Что мне перестал дропать сердечки, это как-то странно. Нет, серьезно, what the fuck? Of Hearts. Я люблю картофель, right? You like potatoes? Why? И крашница. Я не думаю, что она крашница. Это все-таки не оригинальная игра.
Не оригинальная игра, все с Legend of Zelda содрали, понимаете? Плиз, мне уже пофиг. Пожалуйста. Фак. Это ваншот босса. Мне пофиг на это. Конечно, с Блэнкартом мы просто можем Блю Бэйби убить. Да и без него. Я знаю, что Реберс тоже крашится, но это не так просто сделать, как в оригинале. Кредит карт. Фак. Слишком много всякого дерьма на экране. Ня. Сан. Плиз. Это надолго. Ульт, что прости. Канисер, he loves us. А, окей. Канье. Woo! Four in the morning, and I'm starting to think I'm possessed. It's normal I keep 200, like the Trojans, 300 bitches. А, нет, like the Romans, 300 bitches were the Trojans. Ugh. Окей. We don't speak German here, so I don't really understand what are you trying to say. Fuck! Где мои руны? Что, все руны из ротации ушли или что? Такое впечатление. Я понимаю, что шанс достаточно низкий. Он либо синий сердечко, либо карта. А карта еще должна оказаться руной. Да еще и нужной. Ну what the fuck, man. Вау. Да, игра издевается. Оп. Вау. Плевать мне на карты. Дай мне Еро. Нет, неуязвимость дольше пропадает. Просто когда ты входишь, она еще моргать начинает. И у меня работает этот Holy Mantle. Я бы так и делал. Как бы, понимаешь, я вот так вот делаю, а потом у меня Holy Mantle, видишь, очень долго. И вот только теперь я могу делать то, что нужно. Это невыгодно. Вау. О, руна. Фак! Неуязвимость на 30 секунд. Зачем она мне? Так, окей. Я-то уж думал, это оно. Это было не оно. Ну это понятно, что это, в общем-то, на это мы затратим определенное время. Все-таки это ломание игры. Оно быстрым не бывает. Это бывает, если у нас не было неуязвимости, но... Так.
Но я рад, что руны не исчезли. Потому что я так думаю, окей, они вообще не появляются, what the fuck. Не знаю, может мне Lucky Doll поднять, может шанс выше будет. Я так придумываю уже. Опять Джокер. Я могу сделать... Хотя, зачем? В общем-то, мне не нужно. Оп. Еще один Джокер. Вау. Возьму. Фак. Ну, фактически, это мое чуть ли не первое серьезное ломание в реберсе. Наконец-то! О, щит! Е-хе-хей! Окей. Так, я запутался. Фак. Плиз, плиз, плиз. Окей. Где мой blank card? Вот он. Итак. А, да, в общем, шарплакс сразу. А, шарп... что-то я запутался. А, да, все верно. Окей. Так, тут спейсбар предмет. Если что, сюда мы перетащим D20. This is gonna be fun! Вот интересно, где-нибудь есть большая комната? Я хочу большую комнату с этим. Хочу большую комнату с сундуком. Тогда я буду там даблить. Но, к сожалению, там была комната, конечно. А, нет. Ну ладно. Пофиг. Эй! Так, сначала мне надо себя подамажить, а то этот не сработает. Шарплак. Так, хочу D20. Я помню, что у меня куча ключей, не волнуйся. Так, я не хочу либру. Фак! Окей! Теперь это вышло из-под контроля. Окей, я не могу ничего сделать, если что. Фак! О, нет! Соевое молоко! Так, окей, простите, извините, плиз. У меня все ключи кончились. Так, где-то там должна быть blank card. Я просто открыл 99 сундуков, понимаете? Плиз, 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 окей. Okay.
Я пытаюсь все-таки найти blank card. Please. No. Вау. Окей. Дайте мне blank card, пожалуйста. Я просто хочу blank card найти, понимаете? Fuck. Да у меня здесь и сундуков-то больше нет. Вы же понимаете, что там дохренища предметов. Плиз. Плиз. О, бленкард! А, фак! Бленкард. Кипицеро. Докторс Ремоут. Баттербин. Мулиган. Hello Flies, Доктор... Ах, Headless Baby, Money Equals Power, Holy Water, Blood of the Mercer... можно выбраться! Пожалуйста, я... Blankard! Blankard! Окей. Окей, спокойно. Blankard! Окей! Но теперь я не могу... У меня есть бомбы для взрывания, окей? Окей. Я думаю, у нас очень мало урона из-за этого. А, да, я... Fuck. Так, у меня есть Пертро. На YouTube. Я не знаю, может быть. Ера. Потом я могу все это реролить, если захочу. У меня ключей нет, вот в чем проблема. Мне нужны ключи. Cracks the Sky. Бум. Фак. Мистер Мэгги, Мамс Вик, Писес, Спайсис, наверное, Сек оф Пенис, Бук оф Шэдоус, My Little Unicorn, Бук оф Шэдоус, Керст Ай, The Halo, Infestation 2, The Wafer, Спун Бендер, Камикадзе. Я выйти отсюда не могу, я пытаюсь. Я реально пытаюсь. Действительно, этот... использую. Chemical Peel. Fuck. Я выбрался. Но из-за того, что у нас был этот... Соевое молоко не очень круто. Лис. The Sad Onion. Камикадзе. Камикадзе. Magic Fingers. Там руна. Фак. Моя ера. Окей. Кореец в чате, да? Мэ. This is a Russian stream. Fuck. Crack the Sky. Young Heart. Demon Baby. Book of Secrets, пофиг. Charm of the Vampire. Vampire. Game Kid. Mom's Bra. Book of Secrets. Ох. Не знаю. Хватит уже говорить про Russian. Ну, это русский стрим. Здесь такой... не начинайте. Меня сегодня и так русские задолбали на этом... На HDQ. Просто ненавижу, блин. Мы русские, давайте соберемся. Максимум репост. Теперь это русский чат. Просто неотвратительно. Так, а что это я еще всю комнату говном заполнил? Ничего. 1000? Наверное. Не думаю. Рановато. Мы можем все реролить. Так. Упс, not Algus. А, та руна где-то там должна быть. Вот она руна. Tough Love, Leo, Ghost Baby, Leech. Дай мне этот, блин, грёбаный, как называется-то? Дай мне Skeleton Key.
Please. Tiny Planet, Satanic Bible. Fuck. Смотрите. Это очень плохо. Мы вряд ли сможем нормально попадать по врагу. Окей. Так, где я? А, вон он, я. А! Зато я Еру поднял. Меня просто выталкивает нафиг. Магнета. Я... Раберсон... Я хочу мамзай. Мамзай, 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 мамзай. Еее! Сейтаник Байбл. СМБ Суперфэн. Бленкарт. Бленкарт, и где моя... Где моя руна, пожалуйста? Где моя руна? Фак. Хе-хей! Уу! Окей. Что еще я могу поднять? Bucket of Lard. Harley Quinn Baby. Дай мне 99 Keys. Хотя, знаете, я сейчас посмотрю, может... Я сейчас попробую себе ключи нафармить. Smart Fly. Да не, мне все равно это нравится. О, нет, Isaac's Heart. Фак. Так, Ера. А, где моя blank card? А, Ера, я потерял Еру. Ера, 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 Ера. Окей. Fuck the moon. Ера, 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 Ера. О, oh, yes. Окей. Окей. Blank... Теперь плывем за blank card'ом. Кардом. Окей. Что мы делаем теперь? Теперь мы делаем... Какая у нас? Алгис, Резистанс, Хайпристес, Кеос Карт, Стрэнг, Черед. Нам нужно... Фак. Нам нужно забрать этот. Смотрите, сколько фамильяров. Нам нужно забрать этот. Как называется? Шар, шар. Нам нужно забрать шар. Но я потеряю по пути blank card. Фак. Попробуем. А, нет, все нормально. Окей. Окей. Значит, что теперь? Значит, теперь мы используем вот это. Почему? Простите? Почему я не могу из-за Isaac's Heart использовать? Окей, придется более медленным способом. Так. Если я вообще могу себя здесь убить, блин. Дурацкий Isaac's Heart. Давай. Мегастане, у нас детский нет. А, плиз. Мне нужен урон. Пожалуйста. Билд не очень. Да, но все равно весело. Isaac's Heart, пожалуйста. Я не думаю, что мы так нафармим то, что надо. Поэтому просто лучше сделать все как обычно. Пусть это здесь лежит. Окей. Давайте поподнимаем. Мы можем, кстати, поднять... Я думаю, может, Forget Me Now нам использовать? Мы Ерой... Мы все равно можем подаблить... А хотя у нас ключей нет. Какой толк? Потом для прикола можно будет. Тут еще куча предметов, мы можем их реролить, если что. Bloodrite, Steel, Magitan, Satanic Bible. Там еще есть какие-то предметы или нет? Punching Bag. Блин, нам нужны ключи. Нам нужны ключи. Пипер. Magitan. Кристал Болл. Такое ощущение, что там не осталось просто этих.
предметов, кроме спейсбаров. Я знаю, что я потеряю бланкард. Да, там вроде не осталось больше предметов. Best friend. Я имею в виду, это, конечно, охренительно, но... Окей, я их пока что рерольну. Алкис Резистанс, Черриот, Пертро. Пойду получать урон. Я очень надеюсь на Скелетон Ки. Так трудно получить урон. А, what the fuck, blank card где? Что я делаю? Окей. What the fuck am I doing? Классная комната, правда? Окей. Please. А зачем мне бритва? Я знаю, как это работает. Мне это нафиг не надо. Зачем мне так убивать этого? Это неинтересно. Айзекс Харт, пожалуйста. Я знаю, я в курсе, только меня это не интересует. Как сделать столько сундуков? Да так, есть способы. Пожалуйста. Мне нужно урон получить. Так, один раз есть. Где Айзекс Харт вообще? Я его не вижу даже. Кто-нибудь видит Айзекс Харт? А, он прямо за мной, окей. Окей. Айзекс Харт, пожалуйста. Есть. Есть. Окей. Плиз. Окей. Интересные слезы, правда? На ютубе, наверное. Окей. О, нет, дефор. Дефор я не хочу. Это будет тупо. Хотя, если подумать... Хотите дефор один раз активировать? Или как? Потому что я не знаю. Это довольно весело. Хотим. Окей. Лимон мисхэп. Бланк карт. Дефор, плиз. Death Touch, класс. Best Bud. Мисхэп. Ера. Дефор, пожалуйста. Пертро. Эх. Ключ выпал? Где? Плиз, где ключ? Почему его не размножить? Кстати, где он? Если он там есть, где ключ-то? О, фак, точно, ты прав. Окей. Так, сначала вот это. Хотя зачем? Зачем я это сделал? Теперь у меня нет возможности... Теперь у меня нет возможности бесконечно реролить. Нахрен вы меня били, сбили своим дефор. Плиз. Вы меня сбили. Больше никогда дефор пользоваться не буду. Никогда. Никогда. Ох.
fuck it. Рерольни еще раз и плевать. А, да, я не могу. Точно. Ну, как бы, да, приехали. Да, у меня теперь нет нансхэбита и так далее. Ну, кое-кто попортил, ладно, забейте. Все равно это было круто. Могли, правда, продолжать, но да ладно. У меня даже один ключ есть. Пойду открою. Для забавы. Спорси, не мимикрируй, пожалуйста. Так, я где-то там оставил. Я открыл сундук? Да, я думаю, я открыл. Rare card. Агалас. Эртро. Judgment. Мы могли еще столько всего сделать. Но, к сожалению, нет. К сожалению, нет. О, щет. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Завтраки. Только завтраки, пацаны. Одни завтраки. Наша поездка еще не закончена. Окей. Плиз. О, щет. О, игра тормозит. Завтраки. All across the sky. О, щет. О, фак. Дайте мне вот это. Вау. У нас теперь ни хрена нет. Мы вряд ли победим этого босса. Вау. Пожалуйста. Пожалуйста. Завтраки. Только завтраки. Дехандра триролил наши все предметы. У нас теперь только завтраки. Много завтраков. Окей. Плиз. Я знаю, что у меня есть Chaos Card, но я не знаю, где он. А, он вроде бы в той комнате. Окей. Плиз. О, фак. Окей. Девил. О, игра тормозит. Джокер. Кредит карт. Знаете, я использую Джокера и возьму букву Белайл. Why not? Она тормозит. Окей. Видите? Зато мухи очень сильные. Кто-нибудь хочет еще завтраков? Так, мне все-таки Дехандрик нужен, я хочу рерол на нем получить. Хотя я не думаю, что что-то веселое будет. Но... окей, может быть у нас все-таки есть нансхэбит, нет? Ноп! Как я еще могу зарядить? Спидап. Визард. Окей. К сожалению, мы немножко попортили все. Не надо было мне говорить про этот. Дагас. Так, батарейки нет, нигде нет, не думаю. Я сейчас посмотрю, конечно. Карта. Вау. Так, ищем батарейки, действительно. Я не вижу ни одной батарейки, если честно. Я вижу только завтраки. Только завтраки. Просто рероль рунами. Рерол мне ничего не даст. Если я рерольну, то он просто... этот... как называется? Будут все равно завтраки. Вот, смотри, сейчас покажу. Пожалуйста, завтраки. Breakfast, breakfast, breakfast.
Хоть и Tower Energy может быть и не в ротации. Он, скорее всего, не в ротации. Я его не видел. Кстати, ну... здесь пусто. Окей. Немножко попортили под конец. Ну да ладно. Temperance. О, Demon Judgment. Не-не-не, не взрывайся. А, завтрак. Так, у нас тик, мы даже не можем ничего взять. Стринкетов. Завтраки, завтраки, завтраки. Я не знаю, это с каких стрим. Пора бы уже и, блин, знать. Ты всегда... я вроде твой ник вижу постоянно. High Priestess, Judgment. Окей. Judgment, пожалуйста. Lemon Party, Stars. Уф. Мне нужны еще джаджменты. Окей, спасибо. Дай мне батарею или что-то типа того. Пожалуйста, батарею, батарею, батарею. Найвольт, батарею. Не знаю, я уже не помню. Зато это был обед, а не завтрак, верно? Мы еще из него предметы можем спокойно получать. Хотя потом он вроде все равно будет выдавать всякую хрень. Да, он будет только десерт. А, нет, даже десерт. Но все равно он будет одни HP апы выдавать. Могу поднять каждый завтрак в комнате. Я про батарею говорю, про предмет. Батарея из магазина. Пожалуйста, пожалуйста, там где-то Judgment есть. И я уверен. Exclusive Diarrhea, Breakfast, Temperance, Judgment. Ну, опять же, он нам, по идее, ничего не даст, так что... кроме завтрака. Ты охренел. Дистракшн ничего не делает. Дай мне футей Tower Energy, что ли. Сап. Бесполезно. Вау, он надо мной издевается. О, что он дал? Breakfast, да? Я даже не заметил. Окей, я думаю, все. А, нет, он дал Mom's Converse, окей. Balls of Steel, Lemon Party, Speed Up. У нас просто, к сожалению, не было в ротации нужной пилюли. Garmin. Окей, все. Уф. Extraction. Aldous Resistance. Pertro. Мити, опять же, если я попытаюсь реролльнуть... это ничего не даст, к сожалению, кроме завтраков. О, смотрите, компас. Завтрак. Окей, все. Что здесь у нас было? Могу Еру использовать. А, why not? Спидапы, тауры, джаджменты. Пофиг. Уже не важно. Мы немножко все попортили. Ну да ладно. Все равно это было круто. Просто должен был быть как бы персонаж поинтереснее, но в результате, как обычно, Lord of Flies. Окей. Okay. Я даже яблоко не ел. Mm.
Окей. Ну, это было вот это. Я полагаю. Да, теперь я, наверное, просто расслаблюсь и пойду играть Джо-Гессера. Конечно, сейчас большинство убежит и все такое, но... Хотя бы спасибо за то, что были в этом забеге, верно? Ух, устал. Это было достаточно запарно. У меня же голова заболела. Окей. Гаппи и Лорда Мух? Нет. Только две трансформации. Гаппи и Лорда Мух. Насколько я помню. Да. Так. Хотя, знаете, я подумал, а может еще один забег? Хрен с ним. Джо Гессер, наверное, под конец. А может быть, Флоу под конец. Я хочу еще один забег Вайзека. Так, хрен с ним. Окей. Только не Селлор. Какой еще спиланки? Спиланки я давно не играю. Рановато я взял Гаппи Стейл, ну ладно. It's okay, it's okay. Everything is going to be digestible. Ха. Может быть, если просто интересный забег будет. Просто мне понравилось то, что мы сделали наконец-то. Так. Бурку читать вообще. Просто... Ну ты и существо, Даня, все-таки. Ах, ты знаете... Я сейчас выключу стрим и включу его снова. Я хочу, чтобы тот офигенный забег, он попал на этот, на YouTube. Так что да. Хотя там музыка. Ну окей, хрен с ней, с музыкой. Да, тот офигительный забег попадет на YouTube, поэтому я сейчас перезапускаю быстро стрим и продолжим. Сейчас я перезапускаю.